Добрый день! С вами Лара Шум, и мы продолжаем рассматривать себя через призму 12 способов слить свои силы, свои ресурсы, свою энергию. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, рассказывайте своим друзьям, и я благодарю своих зрителей за поддержку моего канала, за перевод донатов. 12 способов рассматриваем именно для того, чтобы осознать и отказаться от всего лишнего в себе, дать себе возможность жить и действовать иначе, вдохнуть энергию жизни полной грудью. 3. Осуждение. Каждый раз, когда мы кого-то осуждаем или приклеиваем негативные ярлыки, мы встречаемся со своей тенью, с нашим темным «я», которое мы не хотим знать, не хотим видеть, не хотим его признавать. Поэтому, когда вы кого-то оскорбляете, осуждаете даже в мыслях, попробуйте остановиться на секунду. Перенаправьте сказанное другому человеку, слова, летящие мысли, на себя. И вы будете удивлены. Вы осуждаете именно те черты или поступки, которые раздражают вас в себе, от которых хотели бы исцелиться, но не готовы признаться себе в этом. Мы замечаем в других дурное именно то, что нас так раздражает в себе, с чем мы боремся в себе или с тем, что бы мы хотели позволить себе, но не позволяем. 4. Желание всегда быть правым тоже сильно сливает нашу энергию. Желание всегда быть правым и доказать свою правоту проистекает из недоверия по жизни и отсутствия чувства защищенности и безопасности. Пробита первая чакра. Кроме того, когда мы устанавливаем свое превосходство над другими через свою правоту, то получаем иллюзорное ощущение защищенности. Ведь если вы правы, то остальные нет. А значит, ваше эго подпитывается и радуется. То есть пятая чакра тоже пробита. Когда мы чувствуем, что наши суждения единственно верные, это придает нам сил. Если же оказываемся неправыми, то ощущаем дискомфорт от самих себя, от ситуации, от своей иллюзорной неполноценности. Именно в этот момент эго – наш первый враг, и сейчас оно работает против нас. Психолога научно доказанный факт. Поэтому, если вы хотите достигнуть внутреннего мира и гармонии, откажитесь от желания всегда быть правыми. Позвольте себе быть неправым. Это сделать проще, чем вы думаете. И совсем не больно. Продолжение следует.